нашли и обезвредили. Сотрудники полиции и пограничной службы обнаружили и уничтожили очаг дикорастущей конопли в Большечерниговском районе. Наркосодержащее растение, заросли которого расположились на 10 тысяч квадратных метрах, было выкошено и сожжено. Совместно с сотрудниками пограничной службы был выявлен очаг произрастания дикорастущей конопли. По предварительным оценкам, где-то около порядка 2 гектар здесь находится данного растения. Сейчас принимаются меры совместно с сельским поселением по уничтожению данных растений. Это уже второй участок, а первый участок был найден немного севернее, то есть там у нас тоже порядка гектара было уничтожено, но там у нас были земли не поселения, там именно был арендатор, который, соответственно, самостоятельно после вынесения предписания уничтожил данные растения. Во время первого этапа межведомственной операции «МАК» в этом году было выявлено 153 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, в том числе 132 факта приобретения и хранения, а также 8 фактов незаконного производства, сбыта или пересылки запрещенных законом веществ. Полицейскими выявлены 8 случаев незаконного культивирования запрещенных растений. Второй этап операции продлится до 30 сентября 2017 года. Чтобы не допустить сбор дикорастущей конопли, полицейскими вызывающие опасения участки взяты под особый контроль.